Маленькая карта. Это тот самый сервер, где выжить максимально сложно. В каждом квадрате идет лютейшая война за место под солнцем. Но мы не боялись трудностей. А история началась с рекламки. Каждый день в мире появляются десятки новых мобильных игр. И если зайти в стор и попытаться найти что-то крутое, можно потратить много времени. Сегодня я помогу вам и направлю вас на верный путь. Берите свои гаджеты и сканируйте этот QR-код. Я расскажу вам про Хроники Хаоса. Это классная онлайн-экшен-ролевая игра с множеством PvP-режимов. С самого начала игры вы можете играть в режиме кампании, которая состоит из 130 миссий. Выполняй миссии, погрузись в увлекательную историю. Открывай и повышай уровень новых героев. Собери все сундуки Доминионы и заработай сотни тысяч монет уже в первый день. В игре тебя ждут более 50 абсолютно разных героев с уникальными навыками. Найди топовые комбинации героев, объединяй их в команду и победи. Среди ужасающих боссов. Как только тебе кажется, что ты научился всему, открывается новый режим, где уже привычные бои подаются под другим углом. Всего в игре доступно 6 режимов. Каждый из них открывается на разных уровнях погружения в игру и имеет свои особые преимущества. В нее играют более 100 миллионов игроков со всего мира. Есть собственные сообщества в соцсетях: Facebook, YouTube, Instagram, Reddit, Discord и Twitter. Есть две версии Хроники Хаоса: Mobile и Web. Выбери свою и стань героем Хроник Хаоса. Зайди в игру прямо сейчас, убей архидемона и получи суперсундук с секретным героем. И самое главное, это абсолютно бесплатно. Сканируй этот QR-код или скачивай игру по ссылке под видео. Увидимся в игре. Как только я заспавнился, я побежал к Фишинг Вилладжу, ведь там была сейф-зона. А попутно я собирал все на своем пути. Мне бы лук какой-то скрафтить, может быть, я смог бы что-нибудь подсосать. Это место похоже на то, где я раньше жил. Что есть? О! 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 Нифига тут какой-то замес был. Я до сих пор не понимаю, что тут произошло, но тут я нашел свое первое оружие. I'm a veteran, you're a veteran, everyone's veteran if you play. Что ты там на итальянском кричал, но уже было поздно. И пока у меня было КД, я подфармил немного камня возле сейф-зоны. У меня тут тип в антираде. Я не знаю, что он делает, но он явно хочет кого-то убить. Этот хитрый паренек ждал, пока кто-то выйдет с сейф-зоны, чтобы его ушатать. Но я оказался немного умнее. Минус тип. Плюс Берда, плюс МПшка. А тем временем Пончик стоял в очереди и присоединился ко мне. Слыз, я бегу. Тут 350 типов. Я как Нео мимо пуль. Ты на коне? Нет. Он умер. Там берданка за этим типом. Это компаунд был, не знаю. Это там. Это я. Чувак! Это погиб, ну... Уходи. Я за дом. Убил его! Вижу. Убегай, друг! Нам убил. Надо сваливать отсюда. Это встреча, которая зарешала этот вайп. Пойдем. Надо переработаться, у меня куча всего. Одна секунда, смотри. Чтобы отстраивать домик, нам точно нужен был металл, поэтому я переработал все награбленное. И пофармил немного деревца, которое было возле сейф-зоны. Ведь бомжей, желающих забрать мой лут, было реально много. Тут просто нельзя нигде строиться, чувак. Тут билда везде бьет. И наконец-то я смог найти свободное место, где мы смогли бы отстроиться. Мы можем ловушку построить. Шикарно. Ой, смотри, соплю кинули на десятке. О, мы можем за ней сходить. Что ты сделаешь? Что? Ты что там в раст играешь? Юнь, слушай, так мы богаты. Ого, там народу. Слы, пойдем скрафтим лестницы. У тебя есть блюпринт? Тут тип рядом справа. Азмат. Слева по нему кто-то стрелял. О! Мы сейчас хату расширим. Хорош. У нас скраб есть? Есть. Я крафчу первый верстак и по нему сейчас пройдем до лестницы. Изи.
Короче, пойдем, нам нужно срочно найти с тобой веревки. Чтобы отжать аирдроп, нам нужны были лестницы, а для лестниц нужны были веревки, которые были у фармеров. А не тратьте на них патроны. Веревки, пляс. Нитки выпали. Нитки. Мы быстро переработали нитки, и я смог скрафтить лестницы. И нам оставалось только одно – залезть к ним на крышу. Некуда класть компонентс. Пончик, идешь? Ты... Не надо так. Мы, кстати, можем к нему протолкнуться, чувак. Я на крыше. Ну так он хрен выйдет теперь. Там двери открыты или нет? Открыта дверь! Протолкни меня! Тут гантрапов куча, и там все открыто. Сколько стрел на гантрапа надо? Много. Тут один гантрап всё разбить надо. У меня 70. Давай. Подойди туда, где я тебя проталкиваю, лови. Хорош. Я внутри. Я его убил. Тут второй верстак. Слы? Ты где? Наверху, на крыше. Дроп залутаешь? Попробую, но сейчас сюда дохрена людей придет, меня могут шлепнуть. И дальше эти ребята пытались меня выкурить из их собственного дома. Меня закрыли. Я тебе не смогу передать пулт. Ну да, открывай. А еще я хотел посмотреть, что же находится у них в этом локере. А хозяин наблюдал за тем, как я разбиваю его локер через окно, и видимо у него там что-то было, раз он пытался меня постоянно убить. Плюс МПшка, я выбрался отсюда. Чувак! Там к тебе тип поднялся, аккуратно. Еще один? Я его повалил. Тут топ-сет у типа. Ты где? Наверху, на крыше. Ты можешь вниз спуститься? Меня надо продавить. Не-не-не, вниз, вообще вниз, я тебя накидаю, да, лут. Да, сейчас. Меня сейчас убьет чел, меня контрят жестко. Меня сейчас тоже челик убьет. Другой. Они поднимаются. Я снизу. Где ты? Убил его? Ты стреляешь? Это я вот в углу тут стою, стреляю. У меня топ-сет есть. На, понч. Убил его! К тебе калаши ступал! Полутай, пожалуйста, и убеги. Я тебе хилки скинул и калаш скинул. Там много оружия. Полутайся, оденься и уйди. Уйдешь? Попробую. Петля, если получится, то все отлично. Просто петляй. Дверь снова была открыта. И в этот момент в моей голове появилась идея. А что, если я попробую их дипнуть? Я еще раз его убил. И еще одного убил. И знаете, когда открывается гаражка и ты видишь ракету, летящую в тебя, ты понимаешь, что Going Deep на этом закончен. Меня с ракеты взорвали.
У них есть ракеты, чел. Ну, мы в плюсе, да? Ну да. Ты много пушек забрал? Да, чувак, да ты это вообще забей. Смотри, смотри, на. Нормально, чувак. Забираю даже с под фундамента. Это на весь вайп, да? Арсенал. Да. Нам ящики нужны. Так комп надо поднять, он мешает. Я запомнил, где они живут. У них есть ракеты. Слушай, мы можем еще раз к ним прийти со спасом. Да я думаю, они на этот раз уже сразу с ракеты будут хреначить. Пойдем к ним, протолкнешь меня еще раз. Блин, так это второй этаж только был. Конечно, мы снова решили попытать удачу и залезть к ним на крышу. А почему бы и нет? Блять, я тебя захуярю. Меня протолкать сюда. Убил китайца, забрал МПшку. Тут челик с луком. Где? Под домом бегает. А! Я... невозможно. Я его убил. Там куча лучников снаружи, аккуратно. У меня... у меня сервер завис, и он меня убил. Отпускать такой сочный дом мы не собирались, поэтому решили протолкаться еще раз. У нас была надежда. Кыш, кыш, кыш. Он к тебе поднялся, походу. У меня его тут нет. Я его убил, но он закрыл дверь. Меня чирки жахнут. Чувак, мне нужен помп. А патронов на них нет вообще. Я сейчас хочу поставить печки как раз. Наплавить чуть-чуть приколов. Или СМГ мне нужно. Вообще ни на что патронов нет. Походу нет. You're actually autistic. Ты, я туда свалил. You're so funny, man. Ха-ха-ха! You're so funny, man. Я его убил, лутаю его. На полу? Да, он внизу, где лестница, где лестница. Понял, понял, понял. Меня щирки уебали. I wanna leave here. Please, please don't shoot. Don't shoot, I'm very friendly, bro. Please don't shoot. Roof camper dog. Go suck my cock. Door camper bitch as fuck. Fuck sucker. Там ОРка стреляла, пойдем туда сходим. Слушай, нам нужно очень много скрапа. У меня лестница, если что, есть. Фига, вон типы под этим под. Челик с луком, челики с луком в печке пикают. И слева хазмат. Вон, смотри. А, у них берданки! Три хита дал. Повалил, добил. Я двоим голову разбил. Я хилюсь, сколько бинта. Голыш. Еще! Справа, хазмат. Справа хазмат, рядом, 50 метров. Я без патронов. Я убил его. И как бы много мы их не убивали, они бежали снова, снова и снова. И наконец-то к нам присоединился Рюхит. Отряд был полностью в сборе, и мы были готовы делать грязь. Один минус. Еще один. Тут еще с пяткой. Это ты, блин. Дал хит, он за деревом сидит.
Он умер. Хорошо. Ему 50 лучше. Голов залетело. И все это время мы воевали с одними и теми же ребятами, которых мы пытались продипать. Две башки! Убил, не? Не знаю. Убить. Бомжар лутай, бомжар лутай! Залутал удар! Наказан. ЛР забрал. Хорош. Поднимаю, не уползай. Встаешь. Шиш! Я даже не знаю почему, но они нас не полюбили. Лута у нас стало реально много, и нам нужно было как можно скорее укрепить защиту, ведь половина сервера уже знала, где мы обитаем. По-моему, у нас подкаты типы. Они знают, где мы живем. Мы никуда не поедем. Слева тип. Меня положили. Меня положили. Надо мной. Он бежит на твой труп. Он сейчас тебя латает. И как только они нашли, где мы живем, они начали сидеть у нас под домом. И нам нужно было расширять дом как можно скорее. Но для начала нужно было отбиться от наших противников. Я его убил. Хорош. Ты где? Да я сейчас бегу из своего дома. У тебя спальника нет? Квадрат. Can you give me something, please, man? Yes, I can. Something? Много хитов дал. Убил! Где труп, скажи? На мне, они все на мне. Тут тип еще один. Минус. Вон уползал. Видишь, под сковой валяется. Да. Около нашего домика постоянно происходил какой-то тир. И все это благодаря нашим соседям. Nice flank every time, dude. Every time. I go left, you're left. I go right, you're right. Понимая, что они приметили наш домик, и скорее всего в скором времени они придут нас рейдить, мы решили обустроить наш домик. Но тут было все не так просто, везде был билдинг блокет. Но у меня появилась гениальная идея, как построить домик. А давай сделаем обманку. Пусть они снизу рейдят, слышишь, двери оставим. А жить будем на втором этаже. Два типа. Где? За хатой деревянной. Ты жив? Я да. А куда это лутать? А, они вдвоем умерли. Еще один вон там. А, его убили с черкаша. Короче, идея такова. У нас первый этаж будет буферка. Потолки сейчас по МВК улучшим. И основной лут будет на втором этаже, понял? Угу. Контрит меня, контрит. Я нашел место под шкаф. Чтобы достроить полностью домик, ресурсов у нас не хватило. Пока Илюха доубил потолок, я решил пойти пофармить. Но пофармить было не так просто, так как у нас под домом постоянно сидели соседи. Я их убил. Чувак, я просто всех убил здесь.
Мы потихоньку расширяли домик и улучшали его в МВК. Как вдруг, к нам пришли соседи. Они очень сильно на нас обиделись и решили нас попробовать выселить. Тихо, сиди. Чел. Опа. Ты жив? Да. Застраивай. Как там? Тут огонь. Куда они рейдят? В шкаф. Тут огонь, я ничего не могу сделать. Тихо, сиди, сиди, сиди. Мне больно. Я дед. Спрячься, спрячься. Меня огонь убил в дверях. Трое. По ним стреляют. Один из них умер. Минус один. Их минус два, минус два. Добил одного. Ты жив? Да-да-да, я буду пробовать лутать. Там есть ракеты? Забрал взрывку, захожу в дом. Давай! Если на застрой, вам Дим, там лутать надо калаши, я то все не трогал. Я открою с крыши. Хорошо. Надо застраиваться. Так огонь не дает. Сверху оттуда же бомжа. А, это real hit. Все, шкаф наверху стоит. Рейд мы отбили успешно. Лут мы перенесли, как и планировали, на третий этаж. И в принципе домик у нас был защищен. Нам нужен был второй верстак. Интересно, они еще раз придут? Или это одноразовая акция? И вы просто не представляете, сколько у нас появилось оружия. Надо вот все деревья здесь расчистить, чтобы не было такого. Сишки! Тут недалеко рейдят. Нам нужны эти сишки. Нам нужны сишки. И так как рейд был практически в упор, мы решили туда сходить. Один минус. Слева сидит. Два, 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 не иди. Спавни с дома, у меня есть идея. Ракету зарядил? Ракетницу? Держи. Давай, давай, давай. Держи. Они думают, они выживут? Да. И... Контрю. Ого! Контрю. Получается, нам двери нужны? Да. Тут второй верстак. Кажется, у них тут рядом хата, слышь? Тут двое. Мне очень больно! Меня убил чел! Прыгай! Два, два, еще один, идет! Заходит! Мы, конечно, пытались снова отбить этот рейд, но, увы, не получилось. И как оказалось, они жили впритык к этому самому дому. У нас появилось совсем немного скрапа, и мы решили изучить патроны и хилочки. И пошли фермить ресурсики, ведь они нам были очень кстати. Смотри, дом сгнил походу. О, второй бенч. Вот сколько какого? Фундамента? 29. Дизель, серьезно. И червяк, неплохо. На этом сервере у нас уже появилось два противника. Ребята, которые приходили нас рейдить, и соседи, которые постоянно сидели у нас под домом. И нам точно нужно было с этим что-то делать. Но для начала нам нужно было изучить взрывчатку и поставить третий верстак. Загрейдили сразу. Серу фармить тут кошмарно долго.
так как нам нужен был скраб, а в центре особо не полутаться, я отправился на соседний остров, где стояла сфера. Тут какой-то тип бегал. Бегал. Ты нормальный? Это мои соседи. Офигеть, я нагрел, пацана. Блин, тут карточка должна быть. Чтобы попасть в бункер выжившего, мне пришлось отыскать зеленую карту, которую можно было найти в маяке. Юнг? Открывайся. Ох, нифига себе. Я локер нашел. Пада. Синяя карта. Понял. А, так тут только синяя карта. Блин, я хочу этот пулемет забрать. Почему я его забрать не могу? Скрапа нам было нужно много, поэтому я лутал абсолютно каждый монумент. Переработчик. Блин, тут нормально лута вообще. По всей карте можно пособирать. И насобирав достаточное количество компонентов, я пошел их перерабатывать. А соседи номер два никак не могли успокоиться и постоянно приходили к нам под дом. Да, я минус. Убил? Хорош. Угу. Илья мертвый, пул, да? Да, еще, да, еще, еще, слышу, еще. За домом. Он наверху сидит. Калаш, Дима. Хазмат, калаш. Выходит, пушит, пушит, пушит. Убил? Берданчика, да. Калашиста убил. Браулес. Мы поставили третий верстак, и я наконец-то смог изучить всю взрывчатку. Хватило на все, отлично. Тем временем наши соседи продолжали отстраивать свою вышку, и мы понимали, что скорее всего они отстраивают ее для нас, чтобы не давать нам играть. Я одного убил. И в один момент у нас началась черная полоса. И раз они сидели у нас под домом, я решил делать то же самое и сесть под домом у них. Оу, thanks for two free kit, thanks for two free kit, thanks for two free kit, bitch. Thanks for two free kits. Поднимаю. Бля, меня добили. Они пытались меня задушить со всех сторон, и пути отхода у меня не было, мне приходилось принимать их. Ты встал? Или что это? Меня убили. Илья, Илья, сзади идет. Меня тип лутает, Илья. Вот, бежит на меня, смотри, вот он, вот, 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 впереди. Лутает, лутает. Бля, ну это пиздец. У меня закончились патроны, чел. Going deep, кричит Илья, going deep. Так я мог зайти и дипнуть, серьезно, там 5 ящиков стояло, фул.
Мы готовились к тому, что нас скоро придут снова рейдить, поэтому я укреплял защиту нашего домика. И попутно мы сами готовились к рейду наших первых соседей. Я побежал в ближайшие магазины, чтобы купить топку, но там уже сидели два топ-сетчика. Ой, без КП. Один минус. Хорош. Один на крышу. Прыгаю. Вижу. Он меня стреляет, можешь убивать его, блядь. Убил, брат. На. Сишки нас рейдят, походу. В смысле? Нет, не нас. Нет, ты чё? Чё, я скрабчик тут скидываю? Психики, да. Тут рейдят. Как они туда попали? Он наверху бегает где-то. Ты думаешь, он сверху рейдит? Ну, он соло тут, типа. Тут двери открыты. Welcome to my humble abode. I unlock the TC, steal all the loot you want, baby. Да, он говорит, что он открыл TC, типа воруйте лут, который вы хотите. Он тебя закрыл. Я внутри. У него тут стволов куча, у него куча стволов в магазине. Тут куча ресов, тут куча ресов. Я его дипнул внутри, он закрывал. Окей. Бил? Да. Он на КД. Он закрыл меня. Я до сих пор не понимаю, что он взрывал в своем доме. Но нам повезло, и мы его смогли дипнуть. Хоть он меня и закрыл, но у нас была идея, как я могу отсюда все передать. Пончик сбегал домой и скрафтил перекичик. Тем временем я разбил шкаф, чтобы он смог его поставить. А дальше оставалось дело за малым. Просто попередавать весь лут. Ах ты шо. Тем временем я снова побежал закупать топливо, и меня убили. Снова на этом же месте. И мне стало интересно, где живет этот гражданин. Двоих убил. Повалил. Как они поднимаются туда наверх? Вижу его. Убил в ходе. На входе там двери открыты. Там двери открыты. Ящики. Залетай. Тут все открыто. Залетай, забирай все. Спальники. А похер, он наш, даже если нас тут закроет, уже все, типа ГГ. Надо шкаф разбивать. Спальники разбивай. Есть тип за ресайклером. Дал голову ему. Сейчас. Рублю спальники. У него кент флешок упал за текстуры. Походу застрял там. Убил его. Хорош. Все двери он закрыл, но это была самая маленькая проблема, ведь у меня был бур. Ты крышу выломал? Да. А домик магазинным кемпером я полностью застроил. Наконец-то у нас переплавились все ресурсы, и мы смогли себе скрафтить немного ракет. И потратить мы их собирались на типов, которые нас рейдили. Лестницу взял? Да. Хорошо. Вот, они прям по соседству живут. Которые нас рейдить приходили. Да тут все по соседству живут, если так. Тут везде МВК двери, это плохо. Я предлагаю бахать одну дверь, потом МВК дверь, а потом вниз буриться. Антират справа. Дядь, башка хит. Убил. Я хилюсь, я очень лоу. Отойди оттуда. О, тип снизу. Фу! Жесть. Тут можно вниз идти. Я жив. Все хорошо. Окей. Тут везде гантрапы, чувак. Тихо, не прыгай сюда.
А почему не все скрылось? А, я не все бахнул. Ракет больше нет, да? Ракет нам самую малость не хватило, но нам повезло, у нас оставалось немного серки. И спустя где-то 10 минут мы вернулись на этот рейд. И там уже сидели мышки. Да. Убил? Походу. Да, он тут мертв. Шоу, стоп. Там есть гантрапы. Шкаф? Что там дофига? Шесть сишек. О, нормально. Нормально. Ну, правую гаражку, наверное, бахать смысла. Хотя нет, там вот рум должен быть еще один. Тут куча топ-сетов. Давай я сишку накину одну. Шкаф да. Здесь у меня, подожди, а там вход, наверное. Давай проверим. Не-не-не, вот вход, вот вход. Чувак, знаешь, в чем проблема? Ты не выйдешь это, да? Туда его. Туда его. Нормально. Патроны там есть еще? Как это супер жирничи! Че? Не резай на застройку нужно, чувак. Есть, я сейчас застрою. Давай, поставим на застрой, потом будем что-то уже думать. У меня есть идея, как по-другому немного застроить. Лестницу забери. Витрину надо поставить, чтобы мы видели, что он там сидит. Все. 540 нефть. Ты видел, а вот да? Сколько скрапа. Компонентов, да? Да, я... так тут 1000 скрапа, тут 30 тысяч металла, типа, чувак. Я не знаю, куда эти компоненты девать вообще все. А на самом деле я знал, куда я могу потратить все ресурсы, в наш топовый домик. Пусть пацаны рейдят этот дом. Они же хотели нас зарейдить, да? Ты посмотри на него, чувак. На кого? На дом? На наш дом. Ну нормально. Со всех сторон. Что это за дерьмо? Короче, мы отстроили самый топовый дом. А еще я провел электричество и поставил турельку. Так, а что еще не под... А, надо еще вот это подключить. Все оставшееся время мы ждали, пока нас кто-нибудь придет рейдить, но никто так и не пришел, и было принято решение отдать наш топовый домик какому-то бомжику. Take this, ghost. Ghost, it's for you. Take it. Come to me. You can come in. Yeah. You can check all boxes if you want. It's good stuff for you. Yeah, man. Yeah, man, I'm really into that. Ah! No, 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 no. Еще раз. Yeah, yeah, come, come, come. Oh, it's okay. Nice, you authorize it? А
Ах да, я надеюсь, вы не забыли про тех ребят, с которыми мы очень долго воевали. Так вот, они ливнули после всех замесов, и домик у них полностью сгнил. И на этом наше выживание на маленькой карте было закончено. Надеюсь, вам понравился этот ролик, и вы оставили свою оценку. Да, видос коротенький, но это затишье перед бурей, поверьте мне. В скором времени выйдет очень долгий видос. И чтобы его не пропустить, обязательно подпишись. Ну и всем пока.